Кызыле возбуждено уголовное дело в отношении продавца, нарушавшего алкогольное законодательство. В ходе административного расследования сотрудниками МВД Тувы выявлены неоднократные факты незаконной розничной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции продавцом магазина, расположенного по улице Московской города Кызыла. Установлено, что 37-летний продавец неоднократно осуществляла продажу алкогольной продукции, не имея на то соответствующей лицензии. Женщина была привлечена к административной ответственности в виде штрафа, однако продолжала незаконно реализовывать алкогольную продукцию. В отношении указанной женщины дознавателем возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции». Санкциями данной статьи предусмотрено наказание в виде штрафа от 50 до 80 тысяч рублей, либо исправительных работ на срок до 1 года.